спросил, что... Да нет, что-то не так. Ну, честно скажу, я ожидала больше. Больше просто красиво. Нет, ничего страшного. Я вот так же прыгала с парашютом. Мне сказали, что снесет башку. Я прыгала без инструктора, я сказала, я хочу дернуть сама. Я выпрыгнула из вертолета, у нас пацаны отказались прыгать, они первый раз были. Я была единственной девчонкой, кто первый раз. Я спрыгнула, и у меня хоть бухны. То есть у меня все в осознании, я сама дернула. Я говорю, ребята, я не хочу больше. Ну потому что мне неинтересно. Да, это да. Ну тогда я не знаю, тут надо такие более экстремальные вещи. Что, например? Бензюты там и тому подобное. Тут вот белка летяга. Конечно, это жесть. Очень опасно. Да? А вы пробовали? Нет, не хочу. Я знакома штука под Белочкой. Там они в основном как бы не лечатся. Может, оно лучше, чем коллега, да? Лучше насмерть, чем... Судя по тем... Ничего хорошего там нет. Понятно. Но адреналин там просто зашкаливает. Ну, всякие вот эти вот коммерческие рогатки там тоже довольно сильно. То, что показывают скорее довольно сильно. Зависит от того, как настроиться. Что-то детей настраивают. Ну, что-нибудь экстремально это сделаем? Камеры делают, я не засекал время, если честно.